Всем привет, и мы сегодня будем проводить маленький вечер. Как проходит наш мини-вечер с куклой Реборном. Кому нравится видео с куклой Реборном? Два магнитик. Кому нравится видео с куклой Реборном, ставьте лайки. Кстати, если вы соберете кучу лайков, то мы снимем все, что нужно для Реборнов, Ева! Все, что нужно для Реборнов, мы снимем. И сейчас будем делать кашку. Смотрите, что... Сейчас я ее быстренько приготовлю и вам покажу. Вот, ребят, я пока что тут чайник закипятила. Это специальное лекарство, которое добавляю в реборнинскую еду. Сейчас покажу. Это типа смеси, но это смесь для реборных. Смотрите, вот. Я ее добавляю в рис. Сейчас будем варить. Я закипячаю чайник. Сейчас вы увидите. Вот, ребят, я достала, сейчас пока чайник кипятится, достала тарелочку, сейчас мы выпечаем чайник, потому что нам не нужна сильно горячая вода. Сейчас я насыплю это все ингредиенты туда. Ну, вот это, мы будем в отдельной мисочке делать. Сейчас мы кое-что быстренько делаем. Написано, насыпем рис в мисочку, вот она. Так, наливаем сейчас сюда, воду. А потом покажем, как делаем лекарство. Кариночку вот сюда положили, вот такое вот местенько на диванчике. И сейчас будем делать кашу. Ну, первое лекарство, а потом кашу. Вот, я немножко обляпалась горячим. Ну, она не сильно была горячая, слава богу. Вот я вот закипятила кашу. Кому не видно, тут идет пар. Сейчас будем... Если реально идет. Мешать. Ева, мешай. Бери вот такую ложечку и мешай. Супер длинную ложку. Мешай. Только аккуратно не вылить на себя. Он очень горячий. Так, я сейчас буду готовить лекарство. Так, насыпали, теперь заливаем горячим кипятком. Я не буду смотреть, как я залила, чтобы опять не облиться кипятком. Мы тут все перемешиваем. Должна быть такая жижа получится. Сейчас покажу. И вот он. Еще мешаю. Все, она. Ладно, когда закончим кашу, мы вам покажем. Кстати, кому нравится видео, ну, пожалуйста, ну, хоть кто-то, подпишитесь на наш канал. Вам это очень легко. Просто нажать красную кнопочку подписаться. И сделать ее не красной, а серой. И тогда мы будем... И тогда мы будем снимать самые классные видео, хотя бы на улице, или какие там длинные видео на улице, или какие-то там вам понравятся. Какие вам видео понравятся, а мы такие снимем. Вы даже не пишите комментарии, вы даже никогда не пишете. Нет, они пишут комментарии. Ну да, но очень даже часто ем. Спасибо за 210 подписчиков, спасибо вам, скоро будет 300, и я очень рада. Ладно, я закончу лекарство, хватит радоваться, Соня. Ладно, я закончу лекарство. Ну вот, ребят, я немножко перемешала эту кашу, добавила водички горячей. Ну, это такое лекарство, оно очень вонючее, вот. Кто знает это лекарство. Кстати, Ева его тоже пьет, только немножко в теплую. Она пьет в холодной воде, а я ей делаю такой. А Ева еще перемешивает 50 раз. Ты сама сказала. А Карина вон там вот сидит, это бэйби маленькая. Бэйби, что ты туритутут? Сейчас мы будем делать второе лекарство. Ей в еду добавляем два лекарства, прикиньте. Да. Ну вот, смотрите, ребят, сейчас я вот эту вот кашку высыпаю вот... Нет, подождите, нам надо первое слить эту кашку, подожди. Куда? Да. Снимаем? Да. Так, мы сейчас смываем горячую воду. Это та каша, которую я делала, если что, я ее мешала. Ну, да, чтобы вся вода сбегла в леечку. Это сюда ложим. И сейчас мы кое-что сделаем, добавим лекарства. Да. Я снимаю. Так, мы сейчас ближе. Сейчас выставим это лекарство в рисовую кашу. Вот сюда и насыпем. Это лекарство очень... Я на кое-что поменяю, но я не хочу это говорить, потому что это... Мерзко. Да. Ну, на букву С. Сопли. Ну, конечно, она на сопли немножко похожа. Так, теперь Ева идет это мыть. У Евы всегда работа мыть что-то. Мойся. Да. Ложка.
И тарелочка. Я пока что пойду руку помою. Так, включаем воду. Наливаем руку. А я его всегда на что-то мою. Всегда. Это моя помощница. Пусть она моет, а я пока что буду перемешивать. Ну, сейчас мы будем перемешивать. Это самое легкое. Просто взять эту жижу, кашу перемешать из этой жижи. Смотрите, мы ложку воды сюда добавляем. Ладно, что, мы ничего не добавляем? Это, ну, да. Я там спрашиваю тихонько. Куда это поставить? Так, и мешаем, мешаем хорошенько. И смотрите, что я хочу сделать. Добавить этого лекарства немножко сухого. Всегда я его разбавляла, сейчас попробуем собрать сухого. Ты всегда берешь вот эту мисочку всегда пользовая для лекарства. Да. Вот это сейчас будем перемешивать нормально и покажем, что у нас получится. Так. Сейчас мы добавим секретный ингредиент 1-2 штучки. Так, совсем немножечко добавляем. Вот видите, сколько. Это даже много, так что тут выбрасываем. Потому что этого много нельзя. Это специально, я говорю, я давала лекарства. Это тоже то же самое лекарство, которое мы... Но мы вчера его не добавили. Да, потому что вчера был день, и сегодня, кстати, нужно делать ингаляцию. Да. Сейчас мы покажем. Сейчас покормим. Идем кормить. Малышка. Сейчас покажем, как мы это делаем. Так, держи тарелочку. Мисс оператор, держи хорошо тарелочку, я возьму камеру. Чтоб не рассыпалось. Так, сейчас я как-то сама... Если вам это видео не понравилось, простите, но мы его делаем целый час, ребят. Ну, простите, если вам это видео не понравится, и вы не будете его смотреть, конечно же, это все делают. Никто не смотрит, подписываются, ну, не смотрят. А нам главное не только подписываться, но и смотреть наше видео. Нам же тоже, мы же тоже трудимся, ребят. Но я честно говорю, мы уже час снимаем, переснимаем. Ладно. Тут кошка картошка. Так, все будем... Кормить его бейбика. Вот такая вот наша кашка получилась. Вот такая. Да. Еще мы ее мешаем. Понюхай. Реально. Не очень здесь. Как ребенок может подобиться? Я училась быть с детьми, потому что у меня 2 сестры и 4 брата. В Украине. Но мы сейчас не в Украине. Двоюродных и троюродных. Мы сейчас не в Украине, ребят. Мы сейчас в Италии. Ой, ё-моё! Его у нас всегда и уборщик, и тарелки моет. Просто моя помощница подошла. Ну, мы... Мама, я вас снимаю поближе. Где? Поближе снимай. Так. Ну... Есть она много. Ближе. Ну вот видите, она уже почти все съела, моя модель. Так. Очень вкусная каша, походу. Все, ребята, видите, она почти все съела. Еще одна ложечка. И все. Она такая умница. Она, когда ест, она обожает рис с этим лекарством. Потому что лекарство немножко сладенькое. Кстати, ей 4 месяца. Кто не знал? Я вообще-то сама не знаю, потому что... Смотрим, что у нас тут в ротике. В ротике все плохо. Идем за ушными палочками. Ой, ё-моё. О, диван поехал. Сейчас будем... Фух! Матеротик, этот самолетик, матеротик. Сама самолетик. Сейчас будем делать бэйби дыхание. Стоп! Ну, вот, ребят, я вижу вот это. Так, вот наш ребенок. Вот это маленькую. Nuova limited edition Holiday Wonderlights e le nuove fragranze Scent of Milano. Chico Milano.
offerte del Black Friday. Offerte su elettronica, prodotti per la casa, giochi e molto altro. Risparmia fino al 35% con la settimana del Black Friday di Amazon. Termina il 2 dicembre. Так, сейчас мы пересекаем по сети Vuoi una barba precisa al millimetro? Hai un regola barba preistorico. Meglio il regola barba Pro King Sigillette, altrimenti senza. Да, выражение, потому что мы тут договоримся, чтобы сделать им, да? И перезаем нам туда к телевизору. Очень, ребят, простите нас. Так, Ева, ингалятор сюда ставь. Окей, ребята. Тут миньоли. Тут Наташа смотрит за бибионка. Говори привет. Она спит. Так, и все. Закрываем, подождите. Вот, вот. Вот, это мои чувства, Ева, подальше. Нет, не ближе, как ты тогда. Все, вот не так, вот подальше. Все, вот так. Вот, да ты его все равно видно лучше, когда ты дальний. Вот. Здесь идет фар. Ну, вот там есть он, но вы его не видите. Прямо? Да. Я его прям вижу, он есть. А вон он есть, его видит, ребята. Да? На камере его видно. Он тяжелый. Его на жизни лучше видно. Мы будем снимать. Ребята, зачем снимать? Надо ребенка снимать. Я вас двое снимаю, вот. Я вас двое снимаю. Да, мне немножко тяжело так сидеть. Ну, куда я попал? Не надо. Это, кстати, это прикольно. Ну, если хочешь, можем. А мы закончаем, что я и можно я понюхаю? Да. Фу. Очень... у него есть вид, вы видели? Дэн, был. Есть, есть, да. Ну, нельзя, потому что... Наша... Да, она закончилась, я увидел. А нет, не закончилась. Подожди, не закончилась. Все. Горяться закончила. Теперь еще один штука. Сложная. Побежали. Еще. Держите, держите. Это еще не закончено. Давай. У нас еще одна процедура. Давай. Теперь уже сложная. Теперь же с аквамарисом. С аквамарисом. Вот, ребят, видите? Так, стоит капец, стоит, сейчас, подождите. Ребята, стоит. Мы сегодня будем вместе с Евой. Так, теперь вот такой вот аппаратик. Он там уже заряжен, да, заряжен. Ева, посмотри, все разрезала, там уже ничего нет. Да и так ничего нет. Нет, там было, Ева. Ты его разлила, там было. Ладно, сейчас я иду кое-что еще возьму. Простите, ребят. Просто... Secondo me, Riccardo, hai pensato troppo all'assemble e hai speso poco tempo nei dettagli dell'orsetto. Però l'atterraggio l'hai fatto bene, hai incorporato bene gli ingredienti che sono distribuiti, ma si sente molto il cioccolato e pochissimo il lampone e pochissimo l'aria. Non sono contento del risultato, tutto. Alessandro Fiorucci. Ребята, вы увидите нас, спросите. Погнали! Какая она тепленькая, ребят, простите, что мы немножко балакаем между собой, потому что иногда Ева не хочет что-то делать в кадре. Мне не скучно. Так, Евочка, иди ко мне, люби. Так, Ева, иди, что начинается уже? Нажимай. Ева, тебя нужно. Так, я и нажимаю. Сейчас, подождите. Подождите.